регулируемом перекрестке направо поедем. Перекресток надо было дальше туда ехать, и мы бы на Демьянку поехали, понимаете? Угу. Вот заключается в чем экзамен. Но внимание. Так, так. Вот. Теперь тут где-то надо потом развернуться, да? Да едьте уже. На перекрестке на регулируемом направо поедем. С одним поворотником перестроились в полосу для поворота налево, при том, что еще нарушили все сплошные линии разметки, которые в этой полосе. То есть вы должны были в нее заходить изначально, да, двигаясь по второму ряду. А вы ее просто напротив сейчас. Нее залезли в нее. Да, поехали. Сейчас. Поехали. Выехали. Поехали. Давайте, 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 давайте. Выравниваете колеса. Вот. На перекрестке направо поедем. Вон машины поехали, угу. Все, вы чё? Поехали. Лево поворот не включайте. Даже сказал же указатель на Биробиджан. Им показано, куда ехать. Направо было. А вы взяли в прямом направлении и поехали. Опять спускаемся по развязке, включаем правый поворотник.
найти место для разворота. Что, здесь можно? Нет. Я не знаю, где можно. Да, это вы знаете, где можно. Перестанется. Регулируемом перекрестке поедем направо. Так, это у нас регулируемый перекресток. Значит, едем направо. Так, сюда, да, направо? Или дальше? Команда у нас какая была? На регулируемом перекрестке направо. Да даже если бы я вам сказал за регулируемым перекрестком направо, то вы проехали не регулируемый перекресток, а регулируемый пешеходный переход на контуре. Наша третья полоса была.